Хорошо, мы решили полететь в Аргу. Намерение сформировано. И насчет тривера. Поднимаемся и летим в Аргу. Полетели. Но мы не летим, нам открывается такой, как путь. Он желто-золотых такой путь. Освещен энергией. Да, мы здесь. Мы приветствуем Аргу. Посылаем этому месту нашу искреннюю энергию любви и благодарности. И полетели, Верочка, в нашу беседку. Заправимся энергиями. На месте. Энергия уже идет, я чувствую. Давай заправимся. Наполнимся этими светлыми энергиями Аргу. Здесь все пропитано энергией. Но когда попадаешь в беседку, эта энергия, она видимая, она как лучи проходит через купол. Я так понимаю, разные беседки есть, разные как заряд разный, кого-то сильнее, кого-то меньше рассчитан на... Тому, кому эта энергия дается. Да, на конкретных посетителей. Да, дозировано. Готово. Отлично, хорошо. Давай теперь полетаем. Мы в прошлый раз видели парк, посмотри, может там еще что-то есть. Озеро, может быть, лес. Я не знаю, я не вижу озера и лес. И здесь просто приятно находиться и наслаждаться этим потоком. Они как... То есть здесь нет конкретных лучей или потоков, но все пропитано этой энергией, как маленькие точки, и ты чувствуешь себя очень безопасно, что ты полностью можешь расслабиться и крылья раскрыть. То есть ты знаешь, что здесь нет нападений. Лично мне приходится концентрироваться, потому что я растворяюсь в этих энергиях, и надо о цели думать. Храм стоит, да? Закрыто? Да, мы сейчас спустились... Приземлились, так сказать. Здесь много разных крылатых. Белые, черные крылья или смешанные разные? Конечно, смешанные. Крылья разные. Не общаются. Здесь как такая тропинка, как дорога. И кто-то рядом стоит, просто кто-то ходит по ней, передвигается. Может, мы пройдемся? Мы идем, приземлились, идем. А что слева-справа, опиши. Ну, ангельские души слева и справа. Их кто-то группами, кто-то один, двое. Здесь как информация идет, что это место отдыха. Здесь можно почувствовать себя в человеческом облике. То есть потому что я их вижу как людей с крыльями. Ну, как и мы так выглядим. Пообщаться друг с другом. Было бы интересно. Оставив свои дела. Было бы интересно с кем-то пообщаться, но мы никого не хотим отвлекать от их отдыха. Ну, если вдруг кто-то у нас захочет. Приветствует ангел, он говорит, приветствую вас, какого вы уровня? Приветствую вас, милый ангел. Мы с Земли в настоящий момент там находимся. Насколько мы помним, у нас 14 уровень. Ангельский должен быть. Или высшего, я еще, честно говоря, точно не знаю. Приятно встретить здесь ангелов этого уровня, а еще и проходящих свой опыт на Земле. Благодарим вас. Позвольте, как к вам обращаться? Он меня... отошел немного, и как он включает что-то у себя внутри, и он показывает, как он сейчас он видит нашу энергию, он может читать энергии Земли. Как мы можем к вам обращаться? Роберто. Роберто, приветствую вас, уважаемый Роберто. Меня зовут Влад, это Вера. Я ангел 12 уровня, я готовлюсь стать куратором Адуфи, которая собралась проходить свой путь на Земле. Последнее время я много изучал планету Земля. Вы сами проходили свой опыт на Земле? Да, опыт был. Но были и другие исторические события. Я думаю, тогда вы очень хорошо информированы, что сейчас у нас на Земле здесь происходит. Именно потому, что я собираюсь стать куратором ангельской души на Земле. И я изучал в последнее время жизни изменения на планете Земля. Как интересно. Мы встречаемся в нашей работе очень часто с кураторами. Большое количество, я не могу сказать точно, но несколько сотен кураторов с разных объектов, как и ангельских, мы встречали, и мы ценим эту важную работу, которую кураторы несут для своих подопечных. Это очень большая ответственность. Я хочу поблагодарить вас. Уважение к вам, огромное. Я понял, почему именно вас я встретил на этом пути. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, мы на любые вопросы ответим, Роберто. У меня нет вопросов, но у меня есть представление об энергии планеты Земля, за что я вам благодарен. Если это только все, что мы можем сделать,
во благо, как говорится, но если есть это такие... больше, чем вы представляете. По энергиям можно считывать много информации, которая мне будет очень полезна. Очень приятно, что мы смогли какой-то свой вклад внести в ваше развитие и для вашей функции, которую вы для себя избрали. Это очень серьезное занятие быть куратором. Я преклоняюсь перед этими душами, потому что то, что они делают, это никто не может делать. И души бы, наверное, уже давно заблудились. Неправда. Вы не представляете, как это легко. Вся наша задача состоит в том, чтобы выполнять желания души, которая находится на земле. Но иногда ваши запросы и желания противоречат вам самим. Абсолютно верно. Потому что мы живем в материальном мире. И те, кто не смог отпустить эту материальную частичку от себя, а это приходит только с опытом, с мудростью, те души, безусловно, страдают. Именно поэтому энергия Земли мне может помочь более понять тех, кто пребывает на этом объекте. Скажите, Роберто, так много объектов существует. Почему именно Земля? Чем она так интересна для воплощения? Для души? Что вы имеете в виду? Я имею в виду, ну вот есть более приятные, наверняка, объекты, где не существует таких войн, как у нас. Конечно же, там много воплощений. Да. Какой у вас вопрос? Почему души так стремятся именно на Землю? Потому что им нужен опыт. Без определенного опыта душа не полна. А как этот определенный опыт помогает после окончания воплощения? Душа возвращается назад в свой мир и получив этот опыт. Получается, эти энергии, они как-то переходят в высшее «я» этой души и становятся более полными, расширенными. И я это так правильно себе представляю? Опыт. Полученный опыт заполняет свою позицию. Ведь высшая я должна получить много опыта, чтобы двигаться дальше. Полученный опыт переходит в свою созданную, я назову это, ячейку. С получением нового опыта эти ячейки заполняются, соответственно, высшая я пополняется, становится полным. Это то, что я сказал. И конца этому процессу нет, потому что опыт мы всегда... Наверное, какой-то опыт, получаемый на планете Земля, на объекте Земля. Оно и человек много для других объектов. Как интересно. Очень интересная информация. Роберто, а как скоро вы собираетесь на свое задание, я так скажу? Это будет в ближайшие какие-то годы или десятилетия? Или очень даже скоро, если это, конечно, не секрет. Я понимаю, что это земные понятия, но для нас это совсем другие растянутые временные отрезки. Рамки, я понимаю. Когда будет душа готова, тогда это и случится. Когда родители будут готовы, все случится в свое время. Мы просто видим эту картину с другой стороны. Мы это видим изнутри, в плане, живя на Земле. Но получить такую ценную информацию, вы не представляете, как для нас это важно, для нашего общего развития с верой. У вас есть вся эта информация. Просто сейчас у вас осознание зациклено. Вы понимаете, что такое цикл. Вот оно зациклено на объекте, в котором вы проживаете. Это нормально. Все понятно. Благодарю вас, уважаемый Роберто. Ведь вы же всего лишь часть души. Так и есть. И даже малая часть нашей души, насколько я понимаю, в процентуальном соотношении. Вот. Но это очень важный опыт, который мы здесь все проходим. А у нас есть с верой миссия, и мы очень рады эту миссию исполнять. Мы чистим людей от сущности, это наша работа. Мы помогаем, вытаскиваем всех, кто мешает, аннулируем контракты на Земле, открываем душам возможность развиваться спокойно, помогаем информацией о заправлении себя родными энергиями, о сбросе негатива, о выставлении элементарных защит типа Меркаба. Вот это то, чем мы занимаемся с верой. И кроме того, у нас есть школа, она называется Argo VP2. Вот наши инициалы, и мы там обучаем наших учеников. У нас уже 34. Такое прекрасное название. Я вам скажу, что я просматривала эту информацию. Очень много поменялось со средних веков, когда мое последнее воплощение на Земле завершилось, как в хорошую, так и в плохую сторону. Верно, верно, так и есть. Все поменялось, технологии пришли, люди поменялись, сущности пришли,
нравственность упала. Все живет, все развивается. Это не совсем так. Развитие происходит. Информации стало больше. И нравственность, наоборот, повышается у тех, кто ищет и осознает. Раньше эта информация была закрыта и была доступна только определенному количеству душ на Земле. На сегодняшний день очень много информации, как положительной, так и отрицательной, как верной, так и неверной, как ту, которая несет честь истины и завуалирована разной неправильным информацией, суждениями. Но для того душа и развивается, чтобы искать то, что дает отклик. Абсолютно. То, что чисто и правильно. Как вы красиво сейчас сказали, действительно так все и есть. Поэтому очень... всегда нужно видеть и положительные стороны, и отрицательные. Да, я согласен. Конечно, и даже в любой темноте всегда есть свет, и надо просто жить по душе или жить по совести. Именно так. Несите позитив. Это единственный совет, который мне дал мой учитель. И, конечно же, свет Арго. О, да. Этого места. Дорогой Роберто, нам очень было приятно с вами пообщаться. Мы не смеем вас больше задерживать. Примите на этом месте нашу искреннюю энергию любви и благодарности Земли. Надеюсь, когда-нибудь в этом прекрасном месте мы еще с вами встретимся и пообщаемся. Благодарю вас за эти чудесные энергии, которые вы только что передали мне. Рад был нашей встрече. Уважаемый Роберто, у нас есть такая традиция, добрая традиция, когда мы работаем с кураторами и учителями или высшим я, со всеми, с кем мы встречаемся, мы всегда делаем один определенный подарок. Позвольте вам преподнести один скромный подарок Земли. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на Земле. 1, 2, 3. Мы спрашиваем разрешения уважаемого Роберта, будет ли он так любезен принять этот скромный подарок в знак благодарности за эту приятную беседу. Просто на добрые воспоминания. Какой великолепный подарок. Я объясню вам. Этот подарок с вашей великолепной визуализацией несет чистые энергии ангелов, живущих на Земле. Вы очень четко расположили и описали плоды в этой прекрасной мысли формы. Все нужные энергии, исходящие от них, переданы. Нам очень приятно. Благодарим. Нам очень приятно, что мы смогли вам доставить это удовольствие. Уважаемый Роберто, благодарю вас за этот прекрасный подарок. По благо. И отключаемся, и возвращаемся на веранду, Вера, да? Полетели. Всего доброго, Роберто. Мы здесь. Фух, вообще потерял время и пространство. Мы благодарим Арго, посылаем этому месту нашу искреннюю энергию любви и благодарности. Отключаемся и возвращаемся назад в нашу комнату диагностики. 1, 2, 3. Полетели. Настроение сразу поднялось. А мы на месте. Thank you.